Так, весь экран. Привет, друзья. Да, привет всем. Я тут, собственно, что решил на ночь глядя, потому что я решил сейчас, хочу переводить новости из чата Диего. И, собственно, думаю, что будет неплохо, если сделаю это в прямом эфире. Параллельно вы сможете задать вопросы. Так, переключаюсь на весь экран и включаю чат Диего. Буду переводить на с инглиша. Так, это сообщение за сегодняшний день. Диего спрашивает, это было в 11:30 дня. Значит, типа, как моя семья сегодня? Здоровается, там, привет, Ольга, привет, Гульнара. Так, здоровается. Говорится, здоровее видали. Так. I'm great today. I have another interview in Apania. Короче, его спрашивают, как у него дела. Он говорит, у меня сегодня все отлично. У меня сегодня еще одно интервью. Я только не понял, в какой-то Апания или Испании он имеет в виду. Наверное, ошибся, что в Испании все-таки. Так, также он пишет, что сегодня день выплат. Ну, это понятно. Так, опять здоровается. Пишет, как вчера. Говорит, у нас всего лишь 10:30 утра. Так, это понятно. Тут его благодарят. Так, you can reach the dragon and ask to Shaylon, but you can reach the dragon balls and ask for Shaylon, don't think. Тут он что-то сюморил, по-моему. Он говорит, что ты можешь достать до дракона, до одного места. И попросить какой-то шейлон. Не знаю, что такое шейлон. Какое-то китайское выражение. Так, дальше. Так, вот его тут спрашивают. Привет, Диего. А вы знаете, когда формула Дел Динеро загрузит вчерашнее интервью? Так. Он говорит... No, they didn't do it. То есть... А, у него там, короче, да, у него же было интервью на испанском языке. И он пишет, что еще не выгрузили, но вот я видел, там вроде уже появилось интервью у него на испанском. Только испанского я не знаю, поэтому с переводом помочь не могу. Если кто-то знает испанский, переведите на русский. Так, дальше он пишет. Я хочу кое-что... прояснить. Я хочу прояснить, что он хочет прояснить. У меня есть только одна группа это. Это официальная группа, и я здесь, и нет никакого другого Диего. Так. Если вы увидите меня где-то там в другой группе, можете, ну, типа, пожаловаться, потому что это не я. Да, вот ссылка, типа, на этот чат. Ссылка на эту группу. Так. Это моя официальная группа, и больше никакой другой нет. Так, дальше смотрим. Так, значит, когда вопросы возникают, is because are already answered. When the questions... Непонятно, что-то он тут выразился. Вопросы возникают, когда они уже отвечают, ну, на них уже ответили. Не очень понятно, что ты, Диего, имеешь в виду. Ну, ладно. Так. Также он пишет, что я планирую создать группу на испанском языке и вам сообщу. But this is my priority. То есть, наверное, вот эта группа английская, это как бы в приоритете. Так, едем дальше. Так, к
Questra is only marketing, does not manage money. А, Questra World отвечает за маркетинг, она не отвечает за деньги. Поэтому речь идет про Агам. Я так понимаю, опять его спрашивают про выплаты. Вот его тут спрашивают, а при чем тут драконьи яйца? А он говорит, ни при чем. Это шутка такая, понятно. Это в связи с его прозвищем. Так, дальше Диего сообщает, Антонина работает со мной все эти дни, мы с ним разговариваем каждый день. Так, сейчас я тут проверю, кто что пишет, если пишет. Так, да, вон у нас Петрович Сергеевич, о чем речь пойдет? И Сергей Н, привет, Андрей, привет, Сергей. Речь пойдет, я просто в прямом эфире решил тут перевести новости из чата Диего, кому интересно. Значит, и поэтому речь в основном будет касаться только новостей по квестре. Так, в этой группе одни похвалы в его адрес, на прямые вопросы не отвечает, Арслан пишет. Ну, в принципе, это... По сути, насколько я понимаю, сейчас ему особо ответить-то и нечего. Так. Переключаюсь снова обратно. Так, еще раз. Значит, Антонина работает со мной все дни. Мы разговариваем каждый день. Так, едем дальше. Так, вот Ольга ему передает огромный привет. Передавайте там Антонине огромный привет. Мы его любим и хотим увидеться с ним снова. Да, последний раз Антонина мы видели на конференции 7 ноября в записи. Так. Yes, it will. He will work with me. Yes, it will. Наверное, он имеет в виду, что опять с ошибками пишет, что, ну, типа, сделаю, передам. Он работает со мной. То у него Диего какой-то там беспомощный, уже работать не может, то работает. Ну ладно. Так, he know, but he is worried for his health. Да. Короче... Тут женщина или мужчина, женщина, по-моему, пишет, что нам, типа, становится лучше, когда мы от вас слышим какую-то информацию. И вот Диего пишет, он знает, он, я так понимаю, это Рабала. Но он беспокоится о своем здоровье. Понятно. Понятно, понятно. Так. Ой, наивный. Какой-то тут Годфри спрашивает, спасибо, мистер Диего, за эффективную коммуникацию, но я предлагаю, пока компания находится в реконструкции, а почему они не добавят электронный кошелек, чтобы люди могли выводить свои деньги через местные банки? Да-да-да. Мечтатель, товарищ Годфри, через банки, да, дадут тебе банки что-то выводить. Забыл? Что Рабала сказал еще в 17 году, что лицензий-то никаких нет. Представляешь, там какие суммы будут? Десятки миллионов или сотни миллионов долларов. Так, едем дальше. Админы здесь лучшие. Я так понимаю, опять с ошибкой написал. Админы здесь лучшие. А, наверное, имеется в виду в этой группе, что они тут следят за порядком, чтобы никто не хулиганил. Так. Значит, это не зависит от меня. Ну, так. This thing can't lead to security or I don't do it. Эти вещи нельзя доверять секретарю or I don't do it. Или я этого не буду делать. Or I don't do it. Не очень понятно, что он не будет делать. Так, ну тут он пишет, что типа я, получается, не в одной компании, а в четырех. Imagine with four.
То есть, типа, что ему сейчас приходится, ну, коммуницировать на тему четырех компаний. Так, дальше. Тут он пишет что-то. Remember Dubai. Типа, помните про Дубай? А что надо про него помнить? My office of Madrid. А, значит, и Диего пишет, что I was controlling, я контролировал и управлял моим офисом в Мадриде каждый день. Ну, то есть, я так понимаю, типа, когда было мероприятие в Дубае, Диего все равно поддерживал связь с офисом и там следил за всеми вопросами. Так, ладно, едем дальше. Что-то непонятный вопрос ему задали. Реймон спрашивает, если Антонио... А, наверное, имеется в виду, если с Антонио что-то случится... Как-то странно задали вопрос. If Antonio happens. Если Антонио случится, что случится с компанией? То есть, типа, если вдруг здоровечко у Рабала пошатнется окончательно, типа, что будет с компанией? Так. И он тут пишет, что у нас есть план, но, ну, как бы есть резервный план, но мы надеемся, что этого не случится. Так, ладно, едем дальше. Так. Где там? Не понял, кто ему тут что. На это уже ответили, что непонятно там. I will delete it again. Типа, я удалю. Удалю вопрос. Так, дальше он отвечает опять на тему выводов. Я сделаю все, что от меня зависит. И как я вчера сказал. Так, I told yesterday you. Да, как я вам вчера сказал, у меня нет официальной даты, потому что у Антонина сейчас как бы ему не здоровится, но у вас есть я. Когда это все произойдет? Как только мы закончим реструктуризацию. Ну, это он уже говорил, на это он уже отвечал. Так, we are very good with that, so don't ask again and again, please. It's the same as withdraw. We are good with that. Мы хороши в этом. В чем вы хороши? Реструктуризацию 9 месяцев делал? Да, вы вообще красавцы. В 17 году они сказали, что надо все разделить, потому что там в Европе, видите ли, с биткоинами не понимают, а сейчас хотят вернуть все обратно. Вообще. We are very good with that. Мы в этом очень хороши. Мы красавцы просто вообще. Так, ладно. Так. Короче, все деньги Агама были заморожены во время расследования. Расследование было, господа. Только вы об этом узнаете почему-то в мае месяце 2018 года. Все деньги Агама были заморожены for investigation во время расследования. И сейчас, типа, все нормально. Деньги разморожены, и они могут начать платить. Да, могут. Было бы желание. Так. Дальше он пишет. Те же вопросы, что были вчера. Ну, понятно, вопросы повторяются. Так. Но люди типа нас все равно продолжают работать. Тут непонятно. We are make from stell. Что это за слово такое? У Диего ломаный английский. Может быть, он имеет в виду, что мы... We are made from steel. Что мы типа стальные люди, что мы можем перенести большие нагрузки. Про это он имеет в виду. Так.
Короче, he works slower. Ну, видимо, имеется в виду, что он этот. Болеет же. Болеет, поэтому работает медленно. Так. Так, тут ему приветы передают. Приветы. Приветы, спасибо. Так, это все понятно. Well, well, soon you will see it. Good morning. Так. Непонятно, кому он отвечает. Well, soon you will see it. Ну, выше он пишет про выплату. Ну, не выплату, точнее, а как он называется этот? День выплат, день начисления процентов. Так. Тут спасибо. I'm doing... все понятно. Короче, тут ему говорят, передайте привет господину Рабала. Он пишет, я ему каждый день передаю. Так. Дальше. Так, так, так. А этот канал сделан только на английском языке. А, ну им, ему задали тут вопрос на испанском, а он отвечает, что этот канал только на инглише. И я уже миллион раз отвечал, что нет у нас конкретных сроков по выплатам. Так, charge of... Do is more than I will be on charge of this. Короче, в то же время я занимаюсь тем, что самое важное на данный момент. Наверное, он опять ошибся, вместо this написал какой-то there. Непонятно. Он с телефона, что ли, пишет. Часто ошибки у него. А, this, вот он написал. Think you must understand. Is easy, will we work like in the past? The thing you must understand is easy, will we work. А, ну короче, вы должны понимать, что работать будет легко, когда мы начнем работать как раньше, типа до разделения. With your entire structure. То есть, когда у вас будет полностью вся структура без разделений. Не совсем. With your entire structure, то есть со всей вашей структурой работать. Как я это буду делать? У меня свои методы. Так, понятно. И да, и тут он пишет, да, только две компании. Типа он хочет, чтобы Леоноры и Фивама не было, а была только Quest World и Агам. Так. Так, вот ему тут задают вопрос. Когда примерно, хотя бы примерно дни, недели, месяцы потребуется для того, чтобы закончить работу? Там, ответьте, потому что вроде как сроки юридической проверки уже закончились. Так, сейчас проверю, что там, комментарии. Так. Вон, Балат Мажитов. Привет, Балат. Так, Eagle Bitrate работаю. В Eagle Bitrate, ну, есть у меня инвестиция, да. Так, партнеры тоже есть. Балат, насколько долгосрочная компания? Александр Коржев, как будем отвечать годовщину? Привет, Александр. Давно не заходил. Расследование имелось в виду, наверное, аудит. Наверное, да. Хотя, нет, если имеется в виду про заморозку, ну, и из того, что он писал раньше, я все-таки понял, что это какое-то расследование со стороны государства. Потому что, если речь идет про аудит в связи с продажей, так, собственно, ну, получается... В этом случае, если аудит в связи с продажей, это владельцы компании сами заморозили, сами разморозили. То есть, а вот если какие-то правительственные органы замораживают, тут уже другое дело. Александр, как отмечать будем? Ну как, ролик, естественно, запишем. Как тут еще отмечать? Годовщина как-никак.
Так, Арслан пишет, новую пирамиду запускают. Да, там что-то прошла информация, что Диего, собственно, про какой-то проект тут начал говорить. Сейчас появился ролик на испанском. И вообще складывается ощущение, что вся эта забота диеговская, она больше делается для того, чтобы он собрал большой чат на 7000 человек. Всех тут называет «моя семья», там чуть ли не облизывает всех, вот, и все это делается, ну, с простой целью, что сейчас он начнет рекламировать свой проект, скажет, что, ребята, в квестре выплат еще там в ближайшее время не будет, да, я с вами, я буду работать, я буду там для вас стараться, но в ближайшее время не будет, а вот в этом проекте будет, давайте все сюда, ну, как бы вот так, поэтому вот так. Так, сейчас возвращаюсь обратно. У нас тут уже сейчас полночь почти. И немножко я тормозить начинаю. Так, читаем дальше. Так, и вот он здесь пишет. Я не уверен, что я могу справиться с Агамом. С административной точки зрения я могу, но я не понимаю финансы. Так. Ну, короче, еще раз вот этот вопрос про хотя бы примерные сроки там вывода платежных систем. Он говорит, что, ну, типа, я знаю, что этот юридическая проверка уже закончилась. Will not elected. Вот это непонятно, потому что elected это, ну, участие в выборах или не выбран. I know done, will not elected. Кто тут кого не выбрал? Will not elected. То ли имеется в виду, что корейцы думали про покупку компании, а потом передумали, что они типа не стали Агам покупать. Так, короче, как только они закончат, они мне звонят, и я начну. В общем, как только, так сразу. Так. Cause was elected. Will not elected. Cause was elected. Is already. Cause was elected. Ой. Он так пишет. Тут пишет will not elected. Тут пишет elected. Так. Как только as soon the company finishes... Короче, как только компания закончит реорганизацию, реструктуризацию. Так. Вот его тут спрашивает мистер Диего. Можете ли вы подтвердить, что Квестер и Агам получили их лицензии, чтобы избежать будущих проблем? Ну, то есть, получили ли они лицензии? Вот наворотил. Короче, он пишет, что у нас будут лицензии в Квестре, в Леоноре, в Агам и в Файвинс. То есть, типа, в четырех компаниях, что ли, лицензии будут? И если нам понадобится еще, мы это сделаем. Да, да. За 9 месяцев существования Леоноры и Фивама что-то ни одной лицензии вы не предъявили. If we need more, we do it. Да-да-да. Сделайте хоть одну ради смеха. Посмеемся. Так. Remember, I not in the company yet. Помните, что я еще не в компании. Замечательно. Так, дальше. Тут у вас задают вопрос. А будут ли какие-то последствия для тех, кто говорит плохо о Квестре? Так. И а он говорит, нет. Потому что всегда, люди всегда будут говорить плохие вещи. Значит,
Я научился этому, когда учился в университете, что не важно, что люди говорят. Если они говорят о чем-то, они говорят о том, что их беспокоит. Ну, в смысле, что что-то им не безразлично. То есть, если человеку что-то безразлично, он об этом не говорит, ему по барабану. А вот если он к чему-то неравнодушен, он об этом говорит. Так, ну тут он говорит, что я думаю, это будет раньше, чем август. Ну, я так понимаю, там платежные системы, вывод и так далее. Так, и вот товарищ его спрашивает. Некоторые сказали, что правительство заморозило деньги компании из-за подозрений, что компания мошенник. И в данный момент и что в данный момент правительство отказывается разморозить деньги. That's what caused refuse to release the money up to now. Ну и до сих пор правительство не размораживает деньги. И из-за этого возникли основные проблемы у инвесторов. Это так? И вот Диего, похоже, на этот вопрос отвечает. No. Они проводили расследование for some investors. Короче, из-за обмана некоторых инвесторов they check and is all okay, so money is unfrozen. Типа они там, какие-то инвесторы, видимо, мухлевали, они делали проверку, проверили, все нормально, и деньги разморожены. Так, тут у нас что? Так, и вот тут спрашивают, когда начнете руководить компанией? Когда будет официальное назначение на должность? Он отвечает, пока не знаю. Я сейчас еще не в компании. Так, и его спрашивают, у компании будет снова, как и раньше, название там Agam или Questra World. И он, ну, он вчера это объяснял, что типа одна компания маркетинговая также будет Questra, и другая is Agam, is Agam, the name I don't know. One is Questra and another is Agam, the name I don't know. Не понял. Он пишет, я не знаю, а что ты не знаешь? One is Questra, то есть одна компания Questra и другая это Agam. The name I don't know. Что ты не знаешь? Ой, так. Так, что-то тут он пишет. I will be for my laptop. Короче, он, видимо, пошел за своим ноутбуком. Так. А вот человек спрашивает. Мистер Диего, пожалуйста, please are preparing. Готовится ли конференция, как это было раньше, на которой вы будете все объяснять? А Диего отвечает. The true is we are most in Antonio Health. When the finish is done. А, понятно. Короче, ну, вся суть, все сводится к здоровью Антонина Рабала. Типа, когда реструктуризацию закончим, мы снова начнем проводить конференции, лидершипы и так далее. Так,
Тут он пишет про кого-то: they're losing time because they're demanding to company to have more info. Возможно, это как раз про те самые письма, которые инвесторы начали писать господину Абакумову и задавать там вопросы, чтобы какую-то информацию предоставили. А Диего пишет, что они просто зря теряют время, потому что они требуют, чтобы компания дала больше информации. There is no cause. There is no cause. Нет, нет, этому нет причин. Как это нет причин, если людям нужна информация? Так. Едем дальше. Тут ему спрашивают, а будет ли компания работать с проблемой биткоина в Европе? А он говорит, что типа это вопрос для Агама. Я не знаю. Какие там у него проблемы с биткоином? Пользуется народ в Европе биткоинами прекрасно. Так. Тут какое-то удаленное сообщение, поэтому непонятно, на что он тут отвечает. Я, короче, стараюсь это делать быстрее. That was the date who gave the company. I'm trying to do it faster. Я стараюсь сделать это быстрее. That was the date who gave the company. Who gave the company. Кто дает компанию? Чего там? Так, это уже на это уже отвечали и объясняли. Так, people, I can't explain the same every day. Didn't block this person. Там, люди, вы должны понять, что я не могу отвечать на те же самые вопросы снова и снова. Уважаемые админы, заблокируйте этого товарища. Так. Тут его спрашивают, квестра, маркетинг-план квестры и бонус останутся? Можете ли вы что-то об этом сказать? Так. И, короче, он пишет, что типа на данный момент нет. То есть, ну, я так понимаю, изменений пока не планируется for the big bonus. Но для большого бонуса, короче, мне надо сесть и посмотреть, сколько директоров на этой позиции and with that at the beginning. И, короче, и как мы будем работать с этими бонусами. Так. Да, гениальные вопросы задают. Парень какой-то, похожий из Индии, судя по фамилии, Кумар, спрашивает. Unfrozen means... А что, ты не знаешь слово unfrozen? А Диего отвечает, not frozen. Типа, что такое размороженный? Ну, это тот, который мороженый раз. Был замороженный, а его разморозили. Гениально. Так, тут все приветы. Так, will that economy... Тут какой-то икона, непонятно, что он имел в виду. Так, мое намерение, я собираюсь, короче, снова сделать одну компанию, поэтому да, и у вас будет одна структура снова. You will have the structure again. Но речь идет про то, что когда компании разделились, и там получилось у некоторых, допустим, были структуры, там, я не знаю, кто-то остался в Агаме, кто-то остался в Ивами, и в результате структуры разделились, и какие-то лидеры там потеряли значительную часть своих структур. Так. Короче, Диего хочет все вернуть обратно. Так, they must finish. Короче, они должны дожидаться, пока компания закончит реструктуризацию. Так, I don't know, it depends on Agam. А, вот ему хороший вопрос задают, типа, если даже выплаты возобновятся, будет ли какой-то лимит на вывод?
И Диего отвечает, они уже спрашивали, но я пока, ну, уже спрашивали на этот, задавали этот вопрос, я не знаю, это зависит от Агама. А, икона это имя чье-то. Икона, я думал, что за икона. Так, икона, мы рестартинг компании. Мы, короче, делаем рестарт компании. We are doing step by step, шаг за шагом. Да, что-то вы ее делаете. Рестарт, а что-то она никак не стартует. Так. Больше я ничего не... I can't tell more, Айберг. Только на английском. Ну, короче, тут, видимо, ему вопросы начали на других языках задавать. Опять что-то пишет. I don't do nothing. Я ничего. I don't do nothing. Типа, я ничего не делаю. Что ты хочешь сказать-то? Only share my ideas. Я всего лишь делюсь своими мыслями, своими идеями. Что я вижу здесь? Makes me have ideas to improve. Типа, вот у меня появляется идея, как все можно улучшить. И я ими делюсь. Чтобы облегчить нам всем жизнь. Замечательно. Так. Тут он что-то непонятно. Как много красивых женщин вместе. Там это шоу Victoria's Secret. Да. I can't tell about that. А, икона это вот этот товарищ, все, я понял. И он, короче, икона пишет, что мы благодарны Богу и тебе за новости относительно двух компаний, Questra и Agam. И даже если вдруг понадобится ждать до декабря, мы, типа, уверены, что все будет нормально. И Диего ему отвечает, что не настолько, ну... Типа, ну, не так поздно, что до декабря долго ждать. Для меня даже август это поздно. Я хочу сделать все быстрее. Так, Экал, and hello, Yuri. Hello, Richard. Это все привет и здороваются. Так, I'm great. Так, все приветики. Так, I imagine is an amazing toy. I enjoy your show, I hope. Какую-то игрушку он вчера показывал, да. Это удивительная игрушка, замечательная игрушка. Так, не знаю, что там за игрушка у них. Так. Так, дальше он пишет, что как только они закончат реструктуризацию компании, реорганизацию, они... They will call to start, so I can say I will be the CEO. Короче, они дадут отмашку, дадут сигнал, что пора начинать. И я могу сказать, да, I will be, короче, да, я буду генеральным директором с вероятностью 100%. И я номер один в списке. И Агам хочет меня назначить, и люди хотят, чтобы именно я стал, соответственно, директором. Так. Но, типа, для пользы дела я предпочитаю rebrand once over and over. Типа, хочу ребрендинг сделать. Это уже интересно становится. Ребрендинг. То бишь, могу предположить, что вокруг
название Квестера и Агам уже накопилось столько негатива, что даже Диего уже думает о ребрендинге. Тут он пишет, что я считаю, что все работало хорошо. Так, Роберто ему пишет, что передайте нашу моральную поддержку господина Рабала. У него сейчас трудное время. Мы тут все печальные об этом. Диего Мартин, да, я тоже. Вот это приносит мне большую печаль. Он очень боится. Is not fair. He is very afraid and is not fair. Так. In the past all was good. Раньше все было хорошо. Так хорошо было, когда вы вовремя всем платили. Вот это было хорошо. Так. And I want the same. И я, и Антонина, мы хотим одного и того же. Ну, типа, вернуть все, как было. Так. Ну, он пишет, мы это сделаем. Короче, люди, которые пишут мне личные сообщения, я всех блокирую, потому что его достали, там тысячи сообщений приходят в группе. На данный момент, кстати, уже вон почти 7400 человек. Так. Короче, и он предупреждает, что все, чтобы никто ему в личку никто не писал. Его все достали. Ни личных сообщений, ни звонков, ничего. Отстаньте все от меня. Уйдите, злые вы. Так. Well, she have my number, so yes, we're in touch. Так. С кем-то он там... короче, у нее есть мой номер, и мы с ней ВКонтакте. Я не знаю, про кого он говорит. Так, thanks all days, I sent your regards, hugs and wishes to him, I hope very soon, and don't like wait, my team is ready, I mean to... Так, короче, да, я передаю Рабалу приветы, объятия и пожелания, я надеюсь, он поправится, я не люблю ждать, и, короче, я готов, и команда тоже готова. Так. Так, это не то. Привет всем. Так. Да. И он пишет, что, короче, ну, благодаря вашей тоже работе, потому что ваши имейлы мне сильно помогли. Ну, видимо, это те имейлы, которые там народ написал в компанию, что мы поддерживаем Диего, мы хотим видеть его генеральным директором и так далее. Вот, что этого бы не произошло без вас. То есть, все благодаря вам. Так, а здесь лучшая группа админов. Так, крутим дальше. Короче, я могу сказать, что я это делаю только для вас, ребята. Каждый день я просыпаюсь, и вся моя энергия для вас. Икона спрашивает, а можно ли в эту группу добавить мистера Рабала, чтобы типа просто ему сказать... там, поздороваться с ним и передать приветы. Да, Диего отвечает, боюсь, что это невозможно. Да уж, с Рабала, наверное, многие хотели бы пообщаться. Так, спасибо за доверие. Я, короче, каждый день делаю все от меня зависящее. Мы выкладываемся на 1000%. Потому что каждый может дать по 100%, а все вместе получается 1000. Так. Вон, он здоровается тут с Ольгой. Ольга, я так понимаю, да, это админ чата. Так, ладно. Едем дальше.
Так, народ, что там у нас творится в комментариях-то? Так, сдается мне, Александр пишет, сдается мне, что Диего вырос для затяжки времени. Обычно практикуется добор или рестарт. Охота тебе в дерьме копаться. Ну, Александр, понимаешь, если бы все шло в обычном режиме, я имею в виду, что Гилаберт исчез, Рабало там больной, и все, все бы постепенно затихло, а тут откуда ни возьмись появился Диего, начал обещать, что все типа будет хорошо, и сам понимаешь, народ активизировался. Все хотят слышать замечательные новости. Так. For another thing that is for me is important is sleep. Так. Короче, всем спасибо. Так, крутим дальше. Martin from my country. Okay, I will take care of my... Тут непонятно, что, типа, я не знаю, кто меня послал, но меня позвали мои друзья-директора. I don't know who sent me. А, понятно, то есть, типа, меня не посылали, меня позвали. Так, and especially for one director. Да, и особенно один директор, это женщина. Я начал работать очень мощно. И я каждый день, типа, я применяю свою энергию ради компании каждый день. Так, приветы всем, приветы всем, приветы. Тут он пишет, что это мой другой канал, только для испаноговорящих. Извините за видео, пожалуйста, не удаляйте. Так, то есть он выложил какое-то видео. А, вот он. Вот это видео. Я так понимаю, да, это на испанском языке. Так, он пишет, я не знаю, какой у него план Б, я знаю мой, типа мой план. Тут он отвечает на вопрос, что как я вчера сказал, что... Что у инвестора, если нет какой-то официальной информации, но я как раз здесь для того, чтобы предоставить ту информацию, которая у меня есть. И ты, ну, все могут прочитать это в чате. Тут его опять спрашивают, что происходит, когда, например, у... кого-то из инвесторов портфели уже закончились. А Диего отвечает, я уже вчера говорил об этом. Я не могу... I can't every day repeat. А, я не могу повторять, отвечать на одни и те же вопросы постоянно, что то, что касается портфелей, относится к Кагаму. Что, ну, это их обязанность, их дело, а я только немного помогаю. Так. Насчет дат я никаких дат не называл. Насчет, когда там закончится реорганизация, когда платежные системы подключат. Что-то тут
Его тут спрашивают, что one president will in argument вагами или фигвами будет ли один президент, а он пишет, мы еще не решили, это будет обезьяна или медведь. Может, это шутка какая-то, англоязычная идиома. Типа наши русские там, я ему про Фому, а он мне про Ерему. А тут обезьяна и медведь. Что-то я не слышал такой идиомы. Так. Насчет 20 дней. Что-то тут ему сказали. Он, кто сказал 20 дней? Это невозможно сделать так быстро. И я всегда повторяю, что у нас нет конкретного, ну, конкретного промежутка времени. Мы говорим сейчас о 4 компаниях. Так, так, крутим дальше, крутим дальше. Ой, мама родная тут. Ой. Тут некий Ларс пишет, что я думаю, что мистер Диего... А, когда мистер Диего станет официально генеральным директором CEO, вот тогда новости будут появляться на сайте. Но сейчас он не в компании. Типа, все будет хорошо. И Диего отвечает, все правильно, Ларс. И all is on Robalo's head. Типа, как я объяснял сейчас, все в Рабаловской голове. Классно. А Рабалу-то нельзя задать вопросы, записать и разместить на сайте? Никак? Понятно, что он больной, но говорить-то он может. Там коммуникация-то какая-то есть. Можно, даже если он больной, вон, люди на смертном одре там какие-то завещания дают, указания. Все записывается с нотариусом. В чем проблема-то? Ай. И его здоровье, там, короче, здоровье у него плохое. И он глава 4 компаний. Да здрасте. А Леонора Свис, там же вроде какой-то чувак из Швейцарии был. С какого перепуга там Рабалта появился. Так, короче, он глава 4 компаний. И он боится, потому что некоторые инвесторы ему сказали, что они убьют его и его семью. У него большой стресс. Он боится и не может совсем справиться. Да ёлы-палы. Так если он боится, давным-давно бы назначил другого человека и все. Ой. Цирк. Хихев, да. Он не может совсем справиться, и люди должны это понять. То есть, если так все плохо, если он не может свои прямые обязанности выполнять, почему замену себе не найдет? Вот это непонятно. Я уже в предыдущих там видео и трансляциях говорил. То есть, великая компания, там, которая обороты делала под сотни миллионов долларов, да, наверное, любой топ-менеджер был бы рад устроиться на работу в качестве CEO. И управлять на хорошую-то зарплату. Почему-то все зациклилось на больном Рабало. Он у нас, что, как Леонид Ильич Брежнев, что ли, этот, на котором весь Советский Союз держался? So right now I'm trying to help him. То есть в данный момент я пытаюсь ему помочь, стараюсь помочь. Giving some... Ну, короче... Новость в том, что деньги разморожены, и они могут начать платить, как только закончится реструктуризация, реорганизация. Ну, опять про Рабало, что Рабало надо ходить, посещать врача, и ему нужен покой. Поняли, ребята? Вы тут за деньги переживаете. А Рабало нервничать не надо. У него с сердцем проблемы. Ему покой нужен. Так что не доставайте. А людям надо понять и поддерживать и ждать, что мы находимся под реструктуризацией. Поняли?
9 месяцев там уже что-то реструктуризируют, да никак не расструктуризируют. Поговорку можно сделать. Так. И он уже, Диего уже разозлился. Нет у нас никаких временных рамок, там никаких дат. Еще один вопрос об этом. Я буду всех удалять и блокировать людей, которые меня спрашивают про время. Так. Тут непонятно. Вот, важный вопрос. Вернее, важный ответ от Диего. Ты можешь получить все деньги обратно, но надо ждать. Тут какой-то ему товарищ пишет, что вот из Вьетнама, похоже, что мне нужно платить проценты в банк каждый месяц. Но он, Диего, ему пишет, что ты получишь свои деньги обратно, только надо ждать. А сколько ждать, никто не знает, даже Диего не знает. Может быть, до 2020 года, да. Так, он опять говорит, что я не еду в Гонконг, мой партнер поедет. Другого варианта ты ничего не можешь сделать, я все понимаю. Это для тех людей, которые там оказались в сложной ситуации, что они там... Кредиты надо платить и так далее, говорит, но я не волшебник. Понятно. Все зависит от Агама, а Агам находится в процессе реструктуризации. Что вы никак не поймете. Я не еду в Гонконг, я не еду в Гонконг. Я не еду в Гонконг. Так. Так. Тут какой-то вопрос. Тут он опять повторил что-то. Мы сделаны из стали. Ему задали вопрос про выводы. Он сказал, я про выводы ничего не знаю. А Реймонд сказал хорошую, правильную вещь. Он говорит, Диего, я понимаю, что у Рабала некоторые проблемы, что то, что люди хотят его убить, это нехорошо, потому что очень многие люди злые, если не сказать в бешенстве. Но вообще-то вся эта ситуация произошла из-за самой компании. Так... Так. А Диего отвечает, что это люди создали его проблему. И сейчас он doesn't trust, он никому не верит. Это нелегко. И his family all. Его семья, непонятно, что хотел сказать, вся его семья. Так, the people cause and his family all, at least I'm trying to... Короче, я стараюсь каждый день, с каждым ударом моего сердца и со всей моей энергией, я, значит, начинаю день, звоню моим друзьям. No news, we have something, we need to do something. Короче, если есть новости, если нет новостей, если у нас есть что-то новое, ну, короче, мы должны что-то делать. Вообще, это тяжело, потому что у меня есть другая работа. К
Кстати, господа, у него есть другая работа, а при этом он в 2 часа дня сидит в чате. Но даже если учитывать нашу разницу во времени, предположим, у него час дня, то есть он сидит на основной работе, и при этом у него есть время тут сидеть в чате и отвечать на вопросы. Хорошая у него работа. Так, я стараюсь все делать быстро, но не все от меня зависит. Понятно. Так, многие из вас спрашивают или требуют что-то, но реальность такова, что я единственный человек, который здесь появляется. Ну, имеется в виду из руководства компании. Хотя он, конечно, официально он не руководство, но, по крайней мере, как человек, который хоть какой-то информацией владеет. И кажется, что никто этого не видит. Ну, судя по обилию, как это сказать, по обилию всяких там благодарностей, в общем-то, народ видит, почему. Tell us this. Дайте нам время, скажите нам это. Так, I do in my free time now, some root. I don't know. Questra baby. Ой. Старая песня. Дай нам время, скажи нам это. Но я это все делаю в мое свободное время, мне никто не платит. А некоторые из вас просто грубияны. А я это все делаю для моей крошки Квестры. Так. Я сказал, я уже несколько раз повторил о изменениях в Агаме. Пожалуйста, пожалуйста, читайте. Я знаю, что многие из вас инвестировали большие суммы. Я не инвестировал. Но это было мое детище. И мои друзья попросили меня помочь. И я здесь для этого. Интересно, он пишет, что он не инвестировал, а при этом там в каких-то... раньше в чате он говорил, что он вообще-то первый владелец Агама. Это как это можно быть владельцем, но при этом деньги не вкладывать? Это интересно. Так, many times we must to think and stop demand because the people can't tired, for example. Короче, ну, мы должны благодарить и прекратить требовать. Прекратить требовать, и я уже... Это непонятно, что он тут кому ответил. Я уже миллион раз ответил на вопрос. Так. But, так. Ирина Сотникова. Дальше. Он говорит, что я надеюсь, что очень скоро, может быть, на следующей неделе у нас будут некоторые новости. Is not need to thanks. А, нет необходимости благодарить. А, то есть вам не обязательно меня благодарить, просто прекратите требовать. Я человек, такой же человек, как и вы. Я начал месяц назад, ну типа включился вот в этот процесс. В принципе, в этот период у вас было больше информации, чем у меня. Have more details, know more about the future. Вы знаете больше деталей и знаете больше о будущем. I only 1 month and don't be in the company. То есть получается, Диего говорит, что вы, господа инвесторы, знаете больше деталей и знаете больше о будущем. А я только 1 месяц, и меня не было в компании долгое время. Вот видите как. Получается, Диего говорит, что вы про компанию знаете больше, чем он. Класс. И представьте, что я могу сделать, когда я буду в компании генеральным директором. Да, просто страшно представить. Но, пожалуйста, не спрашивайте меня каждый день, когда я буду директором. Потому что, типа, не знают. Why they didn't call me? I know what has happened.
I know I must wait, and as soon all happen, they will call me. I will help to everyone, but it's time. Да. Короче, почему они мне не звонят, имеется в виду товарищи, которые должны Диего назначить в качестве генерального директора. I know what has happened. Happened. Я знаю, что произошло или что произойдет. Я знаю, что я должен ждать. И когда все произойдет, ну, я так понимаю, реструктуризация закончится, они мне позвонят, и я всем помогу. Прилетит тут волшебник Диего в голубом вертолете и всем подарит по эскимо. Но нужно время, нужно время. Так. Как только они закончат, они мне позвонят, что можно начинать. Значит, мы сделаем... Постараемся сделать снова две компании, как уже миллион раз мы об этом говорили. А второе мы не знаем. А что первое, второе, непонятно. Чего-то первое, второе. Людям не надо меня благодарить, я это делаю с глубины моего сердца, от самого сердца. Я люблю Квестру. Я люблю Квестру больше, чем кого бы то ни было, потому что это был мой ребеночек. I will take care, so no need thanks, so good energy, positivity. Короче, я буду обо всем заботиться, не нужно благодарить. Это хорошая, позитивная энергия. И оставайтесь вместе как семья, потому что вместе мы сильнее. Квестра — это маркетинговая компания. What I do is marketing. For a company. Я занимаюсь маркетингом для компании под названием Агам. У нас есть контракт, но они инвестируют в разные вещи, типа в разных направлениях. И вот он спрашивает, а правда, что реструктуризация идет? Он говорит, да, правда. Тут непонятно, он про кого говорит. Я не буду о нем говорить. Я не буду о нем говорить по личным причинам. Непонятно. О ком? Тут у нас Диего на фотке. Я думаю, что в половине следующего года мы будем на вершине снова. Most than Dubai. Most than Dubai. Мы будем на вершине снова. Most than Dubai. На вершине чего вы будете? Новостей, что Квестра будет номером один среди инвестиционных компаний? О чем речь? Больше, чем Дубай. Типа Квестра обгонит Дубай по товарообороту. Да, это конечно, кто бы сомневался. Так. Я туда не еду, я звоню ему каждый день. Туда, это, я так понимаю, в Гонконг. А, это, наверное, прорабало. Прорабало. Что, может быть, он рабало посещает не лично. Я ему звоню каждый день. Так. А вон Санг спрашивает. А кто-то удалил мое сообщение? Диего говорит. Я, наверное, ударил. А...
Так. Короче, если вы будете задавать те же вопросы, что другие люди уже задали, мы удаляем. Я не буду отвечать на тот же самый вопрос миллион раз. Для этого я тут размещу робота, который будет давать всегда одну и ту же информацию. А, ну в смысле, я бы тогда разместил робота, который всегда одну и ту же информацию дает. Я предпочитаю оставаться здесь и делиться новостями. Так. I'm not Agam or Five Wings. Типа... А, ну тут ему задают вопрос от... то ли это email от поддержки, то ли что. Что типа в связи с работой... короче, с реструктуризацией компании, что мы, короче, решили отложить активацию платежных систем, пока все не наладится. А Диего комментирует так: а я ни в Агаме, ни в пяти ветрах. Типа, отстаньте. Так. Диего опять отвечает: я не могу называть никаких сроков. Повторяю снова и последний раз. I will now confirm that. А, вот. Его спрашивают: можете ли вы подтвердить, что Агам восстановит деятельность, как это... Короче, что Агам будет, начнет работать раньше, как он работал до продажи компании Asian Trade. Можете ли вы подтвердить? А Диего отвечает: нет, я не могу подтвердить. А его спрашивают: а почему? А Диего отвечает: а потому что они еще торгуются. Ха-ха-ха. Поняли, господа? Какие классные новости мы сегодня читаем. Оказывается, они еще торгуются. То эти ребята Asia Trade у себя там на сайте разместили, что сделка не состоялась, они ничего покупать не стали. А тут выясняется, they are still in negotiation. А у них еще торги идут. Договариваются друг с другом. Вот это класс. Вот его спрашивают, что компания в будущем будет расти еще лучше и станет лучшей. И Диего отвечает: это единственный путь, я не вижу другого. Да, мы должны стать лучшими. During this waiting, our account is grown, so it's positive. А. Ой, какой-то чудик пишет. Пока за время нашего ожидания наши денежки растут, поэтому все хорошо. Поняли, ребята? То, что вы там по году денег вывести не можете, так вы радоваться должны. Чтобы, так бы вы вывели все ваше баблишко и уже давным-давно потратили. А вы радуетесь, что компания вам помогла сэкономить, сберечь. И у вас там хорошие циферки сейчас в кабинетах. Благодарность надо иметь компании. Вон, Диего даже подтверждает. Exactly. Поняли? Так что, давай, я предлагаю, надо написать Диего, пусть вывод заблокируют, ну, допустим, до 2025 года. Классно же? Ничего страшного, там 7 лет потерпите, а к 2025 году у вас там миллионы долларов в кабинетах будут. Замечательно же? Так. I think will be sooner, I can't wait so much. Короче, ну опять, я так понимаю, тут про...
I think will be sooner. Ну, короче, я думаю, что будет раньше. Я весь в нетерпении, я весь в ожидании. Ладно. Тут, короче, какую-то картинку выложили ненужную, и он говорит, не надо ненужных картинок, как говорится, выкладывать. Так. Так. Так, что у нас тут? Так, Александр пишет. Расскажите про ваш любимый ломбардный кредит. Александр, про него расскажем в другое время просто. Просто в другое время. Так, вон Олег у нас на связи. Привет, Андрей. Респект за хороший английский. Да, спасибо. Стараемся. Так, Нурлан. Блин, а что уведомление не пришло о трансляции? Почти 4 часа утра. Прямая трансляция? Ну, не знаю, как у вас, у меня час ночи почти, да. Да я просто этот, я хотел записать ролик, как я обычно делаю, а тут решил, а почему бы, потому что я понимаю, переводить этот чат, это дело длинное, думаю, а чё, давай я в режиме прямой трансляции включу, заодно и вы почитаете, комментарии какие-нибудь напишите, прикольно же. Так. Короче, икона спрашивает, что члены моей команды постоянно спрашивают, что произойдет с их портфелями. А. Что произойдет с их портфелями, потому что уже более чем 6 месяцев мы в Агаме не получаем проценты, потому что все остановилось тогда. Что вы можете сказать об этом, мистер Диего? И практически все портфели уже, их сроки истекли, они закончились. Ха-ха-ха, господа. Чувствуете? Прикол-то какой. То есть получается, смотрите. Так, тогда я, мягко говоря, удивлен. А товарищи, кто меня сейчас смотрит на трансляции, так, а как же тогда люди покупают новые портфели, я не понимаю. То есть, я имею в виду в Fivewings Asset Management. Людей же заводят, люди делают инвестиции, покупают новые портфели. А тут товарищ икона пишет, что в Агаме практически все пакеты как бы уже закончились. Ну так получается, что у них нет возможности новые портфели купить. Вот это, мягко говоря, меня удивило. Еще раз я повторю, что прошло уже более 6 месяцев, и у нас нет процентов. We in AGAM don't have interests. То есть у нас в Агаме нет процентов. То есть, получается, им что, прибыль не начисляется? То есть, если я так понимаю, в ноябре компания объявила о продаже, что типа там будет продаваться, и что, получается, в этот момент все замерло, все заморозилось? Ни ввода, ни вывода, портфель новый не купишь, процентов никаких нет. Так получается? Вот, господа, если кто-то смотрит это видео, и у вас есть кабинет в компании Агам, напишите, пожалуйста, в комментариях, а как там дело-то обстоит. Потому что большинство инвесторов, кто смотрит мой канал, это с Европы и СНГ. В основном все в ФВАМе.
компании фиг вам. А вот если у вас есть кабинет в компании Агам, вот прокомментируйте то, что здесь товарищ написал, что в ноябре все остановилось. Потому что я, мягко говоря, удивлен. Ну ладно. Видите, даже я что-то новое узнаю. Так, а Диего ему отвечает, я уже миллион раз говорил, что я занимаюсь маркетингом, не инвестициями. Это все относится к Агаму. Я им всегда помогаю, но это не моя специальность. Так. Тут его спрашивают про платежные системы, какие будут системы, AdvoCash, Perfect Money, OK. Да, конечно. А он ему отвечает, что на это все отвечали, это относится к Агаму, и я не могу этим ничем заниматься. Короче, надо ждать конца реструктуризации. Так. Тут ему задали какой-то вопрос, и он пишет, я не понял вопрос, но инвестиции в безопасности. Так, вот тут Диего провел встречу на испанском. Кто владеет испанским, пожалуйста, сделайте перевод. Я испанским не владею, ничего не могу сказать. Так. Кстати, там что-то был разговор, что Диего рассказывает про какую-то другую компанию. В этом видео или в другом. Кстати, вон там внизу на испанском написано «Формула del dinero». Ну, вообще по-русски, если перевести, как там народ пишет, это «Формула денег». Кстати, был такой проект с Прочуханом и Пистюком, кстати. Так. Так, I will be restricted, finish SEO. Так, what I did, graduation, mother's... Тут он со всеми здоровается, всем привет, да, все классно, Diego, sir. Так, we'll change in the structure, but we can start the case. Вот Галина задает вопрос, а можно ли будет перемещать партнеров из одной структуры в другую, потому что многие уже ушли в другие компании инвестиционные. Будет ли это возможным? И Диего отвечает, что изменения в структуре невозможны, но мы можем, короче, подойти к каждому вопросу индивидуально. Тут. Вот Диего пишет. Мои ненавистники, короче, злопыхатели, пользуются моим именем, чтобы послать письмо врагам. Если вы это увидите, пожалуйста, игнорируйте. Спасибо. Это все задумано шефом. Вот какой вредный шеф. Шеф это какой-то есть пользователь чиф. Это он там что-то замышляет. Агам начнет платить. Квестра will give QP.
Это я не знаю, что такое QP. Агам начнет платить, квестер даст какой-то QP. Непонятно. Пожалуйста, перечитайте все вопросы. А людей, которые не читают, мы будем блокировать аккаунт. Так. Вот тут Елизабета Роуз написала, там, уважаемый Диего Мартин, I tried to inhibit it, but he know and got blocked there. Я пыталась, короче, вот это слово не знаю, inhibit there, but had no, но у меня не получилось, а меня там заблокировали. Наверное, в другом чате она что-то пыталась сделать. И во время этого The Chief, то есть типа главный там админ того чата, продолжал всем рассказывать в группе, что мистер Кевин Рассел Смит оставил, ушел из компании и не будет никакого банка. И он не может этого доказать. I would like to ask you, do you know anything about this? И я бы хотела вас спросить, знаете ли вы об этом что-то? Многие инвесторы увидели эти новости, было бы здорово, если бы мистер Кевин Рассел Смит не уходил из компании. Спасибо за ответ. А Диего отвечает, последняя информация, которая у меня была, что он все-таки с нами. Так, it's for close. Так, Диего пишет, Антонина дает мне информацию, а я ее вам пересказываю. Короче, информация прямо отрабала практически. Вот Диего пишет, я был в Малайзии дважды, это была, это была очень красивая страна. Да, I hope to again, Jesse. Так. Я надеюсь поехать туда еще раз. Я был там, когда еще был очень молодым, видимо, в подростковом возрасте. Так, no, thank you, people, I can't do without all of you. Не нужно благодарить, я не могу ничего делать без вас. Без ваших имейлов, без вашей любви, без вашей доброты. Это много для меня значит. Так. Короче, ребята, я ухожу на перерыв. Я надеюсь, что я его заслужил. У меня будет специальная встреча в 21 час по испанскому времени. Так. Так, это как бы небольшая группа людей из Испании. Это будет, с кем он там встречи проводит. И он пишет, я приеду в Казахстан, обещаю. Короче, Казахстан, радуйтесь, Диего к вам скоро приедет. И говорит, я хочу увидеть Алматы и Казань. Казань, правда, не совсем Казахстан. Ну, ладно. Так. Несколько раз. I'll search for it. Я ответил уже несколько раз. Так. The first, Антонина. The head.
Антонина Рабало является главой четырех компаний. И его, он, ну, короче, его здоровье не самое лучшее. То есть, видимо, его спрашивают, а в чем проблема? Так. Так, 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 так. А вот Фрэнк спрашивает, а кто такой Абакумов тогда? Хороший вопрос. Кстати, да. Если за все отвечает больной Рабало, то чем там занимается Абакумов? А Диего отвечает, а у Бакумова другая роль. Поняли? За все отвечает Рабало, а у Бакумова другая роль. Бумажки перекладывает. Класс. Шикарные бизнесмены. Просто шикарные. One to public, another to the company. We had in the past. Его спрашивают, а когда будет мероприятие Квестер в Дубае? И он сказал, так же, как у нас было в прошлом. JM и я. Это я не знаю, что такое. А, Хосе Мануэль. Да. Хосе Мануэль, это он аббревиатура. One to the public, another to the company. Понятно. Одно мероприятие для публики, другое для компании. Так. И он говорит, что я никогда не сообщаю новости в видео, правильно? По той же самой причине. Не очень понятно, по какой причине. Агам – это компания. Антонина работает. Что-то как-то у вас, ребята, там переписка какая-то. То ли вы сообщение удаляете, и непонятно, кто кому от чего отвечает. Антонина, короче, работает. Медленно, но работает. Так. Антонина там пашет. Больной, но пашет. А вы не цените. Дальше он пишет, я был на острове Аруба, мне нужно туда семью всю взять, я знаю весь Карибский бассейн. Я женился в Доминиканской Республике. Как минимум раз в год я посещаю, короче, Карибский бассейн. Так, see you soon. Увидимся, увидимся, увидимся. Так, окей, Гульнара. I will and see. Короче, он пишет. Я приеду в Алматы, и мы увидимся лично. Вот так вот. Это обещание. Я хочу приехать в Астану и в Казань. Да, только от Астаны до Казани несколько тысяч км. Так, I love the people of your country because they're simple, they show you like nobody and they show they are. Короче, я люблю людей, людей в вашей стране, потому что они типа меня, простые. You like they are. Ну, короче, не как это сказать? Ну, показывают, кто они есть, без каких-то злых намерений. They show you like they are. Ну, в общем. Не пытаются изображать из себя кого-то, да? Так. Where are you, Ольга? Так, Гульмира, where is her? Так, ну что, hero. Италия, он говорит, что мой дедушка
из Катанзаро. Катанзаро – это, видимо, какой-то город из Италии. У меня две фамилии. У меня две фамилии Мартин и еще одна Фалдути, итальянская. Вот так вот. Короче, я буду в Казахстане. Я хочу посетить Астану, Казань и Алматы. Так. Да. Спрашивает, откуда Гульнара? Гульмира из России, из Омска. Россия в следующий раз. Я немного устал. Когда я... Как это сказать? Когда мой русский будет лучше, я туда съезжу. Потому что мне не нужна виза. То есть... Видимо, жителям Испании, чтобы приехать в Россию, не нужна виза. Это хорошо. Это хорошо. Он говорит, я люблю путешествовать. 3 или 4 раза я путешествовал вне страны, то есть в других странах, и 4 или 5 внутри страны. Так, ладно, это все. В США он был в Нью-Йорке последним в январе месяце. Короче, я хочу посетить удивительную Танзанию. Проблема только в том, что если я поеду, я там останусь. Ха-ха-ха. Так, понятно. I was horrible. Типа, я был ужасен. Не очень понятно, где он там был ужасен, в чем он был ужасен. А, типа у меня была неподготовлена речь, и они начали, стал говорить на испанском, и на русском не лучше, что-то такое. Так. Короче, я устал. Спасибо. Я выпью чаю, расслаблюсь. Так, ну, похоже, Диего отключился. Так, тут идут повторения его сообщений. Повторение сообщений, повторение, повторение. Так. Сейчас, сейчас. А, ну, собственно, все.
Ура! Ура! На сегодня все. Это радует. Так. Дулат спрашивает. Андрей, как вы думаете, будет вывод или нет? Мое мнение, что нет. Но. Чудеса, знаете ли, в мире случаются. Хотя я уже повторял, когда компания FIVAM организовалась 9 месяцев назад, у нее же платежные системы с момента образования компании до сих пор не подключены. И ни на ввод, ни на вывод. И всех новых инвесторов на протяжении 9 месяцев как подключают? Новые инвесторы приносят наличку, и эту наличку отдают старым инвесторам, а старые инвесторы перечисляют из кабинета в кабинет свою внутряночку. Поправьте, если я что-то неправильно говорю. Насколько я понимаю, офисы работают сейчас именно так. То есть, заметьте, в компанию никакие деньги не идут. Если и подключаются новые инвесторы, они свою наличку отдают старым инвесторам. Так вот и задумайтесь. Получается, что все 9 месяцев с того момента, когда компания FIVAM, я про FIVAM сейчас говорю, когда компания FIVAM появилась, в нее все эти 9 месяцев живые деньги не поступали. Старые инвесторы продавали внутрянку новым, а новые свою наличку отдавали старым инвесторам. Все. И теперь я уже задавал этот вопрос. Теперь задумайтесь, если в компанию 9 месяцев ни копейки не поступило, а с каких шишей она должна вам платить? Об этом-то задумайтесь. Так, всем счастья, криптовалюта OneCoin. Хорошая тема, советую всем поизучать. Да, а я советую всем дождаться 8 октября. Ибо именно 8 октября компания OneCoin обещала и грозилась, что якобы она выйдет на биржу. И нам всем жутко интересно, а что там будет с курсом OneCoin, когда тысячи или сотни тысяч инвесторов начнут продавать свои OneCoin, а желающих купить будет намного меньше. Вот тогда и посмотрим. Посмотрим, насколько это хорошая тема. Да. Так, всем, Андрей, почему основатели Агам не сажают? Без понятия. Хорошая крыша, наверное. Когда собрано в районе 100 миллионов долларов или больше, этих денег, думаю, достаточно для прикрытия. Хотя, логика подсказывает, что это у нас в России. Не только в России. В нашем СНГ все коррумпировано, и у нас там можно подкупить. В Европе, по идее, там полиция вроде как неподкупная, теоретически, конечно. Как поговорка, да? То, чего нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги. Вот, возможно, крыша в Европе просто дороже стоит. Вот и все. Трудно сказать. Того же Диего. Так, собственно, а чё Диего? Диего, видишь, он вовремя свалил. Правда, я вот смотрю на него, на то, с какой он уверенностью тут такие заявочки делает. Понимаете, смешно даже получается. Он сам же говорит, что типа он не в компании, он ничего не знает про компанию Агам, а при этом сам так уверенно утверждает, что деньги есть и они разморожены. А с чего ты тогда взял? То есть, интересно, на одни вопросы он отказывается отвечать, ссылаясь на то, что он, извините, не генеральный директор там и занимается только маркетингом, а не финансами. А с другой стороны, так уверенно заявляет, что да вы что, деньги никуда не девались, деньги есть, они заморожены были. А сейчас их разморозили, все, готовы платить. Ну, не знаю, что-то это как-то кажется все сомнительно. Так, OneCoin не криптовалюта, всем известно, очнитесь. Ну да. Ну и, кстати, как там, я каждый раз ванкоиновцев спрашиваю, есть хоть один свежий ролик из офиса ванкоинов в Софии?
А то был же обыск, там изъяли аппаратуру, ванкоиновцы нет, все нормально, все вернули, а что-то, по-моему, когда там отпуск-то был, в январе или в феврале, и что-то за 4 месяца я ни одного ролика не увидел. Что же у вас там? Никто в офисе не бывает? Взяли камеру, съездили, все сняли. А то как-то, уж не говоря о том, что топ-лидеры уже из ванкоина ушли. Ну ладно, ребят, все, я, как говорится, постарался для вас перевести. Кто-то посмотрел вживую этот перевод, кто-то в записи. Все, всем хороших выходных, всем пока. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. У нас, как видите, интересно. Александр, вот Александр, хороший вопрос мне. Зачем вы этим занимаетесь? Выхлоп-то нулевой лично для вас. Александр, я уже отвечал. Я так понимаю, вот если бы, еще раз, если бы Квестра закрылась, вот раз и навсегда, как, например, компания Байтайм закрылась, вопросов бы не было, ну закрылась и закрылась. А здесь получается, ну, бывают скамы резкие, я уже рассказывал, а бывает вот такая вялотекущая шизофрения. И из-за этой вялотекущей шизофрении, к сожалению, вот сейчас Диего наобещал с три короба, что деньги есть и они разморожены. И что сейчас будет происходить? Естественно, что сейчас вон офисы, некоторые зомбированные до сих пор там офисы открывают. И я уверен, что сейчас многие Диего наслушаются еще и кто-нибудь то и офисы новые откроют, понимаете? То есть я как бы стараюсь, образно говоря, людям разъяснять эти моменты, но сами видите, я даю информацию немножко с иронией, чтобы, ну, люди хоть мозги на место поставили. Тимур, надеемся, ждем. Ну да, а что остается-то? Хотя Диего, видите, на любые конкретные вопросы, когда выплаты, что, как, он избегает ответов. Типа, никаких конкретных дат и сроков у меня нет, я вообще не финансами не занимаюсь, я маркетингом занимаюсь. Отстаньте от меня. Вот, ну ладно, все, ребята, уже пора спать. Всем пока, спокойной ночи. Ну, у нас, по крайней мере, у вас не знаю.